Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Орієнтири на успіх виставлено, не вистачає лише досконалості. Тож сьогодні у нашої гості запитаємо, як же здобути усе для того, щоб бути успішною людиною. Тож у нашій студії Анастасія Смаглюк, психологиня, сексологиня, практик транзакційного аналізу. Анастасія, раді вас бачити. Здравствуйте, тож, Юля. З приводу успіху, взагалі зараз багато різних тем питань і люди вважають, що бути успішним – це може бути взагалі стосуватися як вас, так і вашого оточення, так і тих справ, які ви робите, і що ви собою несете у цей світ. Чи це справді так? Конкретно я чи люди? Чи ви, чи, можливо, ви теж можете навчити інших, так? Ну, я никого не учу, я предлагаю поисследовать себя обычно своим клиентам. Действительно, как бы в этом мире успех – это понятие, когда кажется, вот, знаете, картинка – успешный человек, там, машины, квартиры, деньги, семья, улыбка, идеальная фигура, все хорошо, да, но на самом деле успех для каждого свой, и успех – это те, которые цели конкретный человек ставит для себя, и которых он достигает. Поэтому очень важно, чтобы каждый ставил свои именно цели, которые ему по душе, и достигал их, а не те, которые диктуют красивая картинка в рекламах, магазинах и так далее. Угу. Але ж зараз багато розмов з приводу досягнення успішності. І, мабуть, коли ще дітей вчать в школі і докладають багато зусиль, аби діти були успішними, саме щось вкладають в це поняття як батьки, так і вчителі, так, тобто суспільство. Але ж в людини можуть бути зовсім інші орієнтири і, так само, як ви сказали, свої абсолютно не схожі на інших цілі і задачі. Да. І класно, коли ми задали таку тему виховання дітей. У мене поки немає дітей, але я дуже цим увлекаюсь, і у мене приходять діти по 30 років, ми з ними перевоспитуємося, в частності. І часто, да, как бы, ну, это я пошутила про детей 30 лет, но это душотерапия, это процесс, когда мы ребенка внутреннего лечим. Вот. И получается, часто заметно такой родительский, там, доктором быть или там, врачом быть, это было про успех. А потом люди вырастают, действительно становятся в эту профессию, заходят, реализуются хорошо, правда же, покупают там все в себе благо материальное, но все же почему-то не чувствуют себя счастливыми. И классно, когда человек может, для меня человек, знаете, какой-то мудрый, успешный тот, который может поменять свою точку зрения. Mm-hmm. Как бы, потому что, когда мы можем пересмотреть свои прошлые решения, свой прошлый опыт, мы правда можем узнать что-то большего такого в этом мире есть и достичь этого. Mm-hmm. Допустим, стать, ну, кто бы, из доктора стать, допустим, поваром, иметь свой кондитерский ресторан, где будут десерты подаваться, и быть счастливым. Ну, то есть, вот для меня быть счастливым – это прям критерии успеха. Если человек чувствует удовлетворение от жизни, если он чувствует удовлетворение от окружающих людей, которые его окружают, которые он сам создает, это окружение, от своей семьи, то для меня, конечно же, это фактор успеха. Угу. Вот. Счастливою, так? Людина повинна бути обов'язково. А чи буде щастя, якщо, наприклад, щось заважає? От ви зробили якусь справу, так? І ви розумієте, ну от якби це забрати, якби в мене більше було часу, то я був би щасливішим, наприклад. То це можливо змінювати в своєму житті? Ніби задоволено. От я не думаю, що людина, яка свій кондитерський ресторан вже поставить на ноги, як то кажуть, то в неї буде вистачати і сил, і всього решта, і часу, і, можливо, будуть діти страждати, чи родина. Тобто це все вимагає. Десь ти втрачаєш, десь ти можеш здобути. І виходить, що ось ті орієнтири, вони трохи втратили свої вже такі цілі, які повинні бути? Ну, я сторонник того, що можна нічого не терять. Я сторонник того, що, во-первых, обожаю Надежду Крижановську, це известный врач в нашому місті, це врач антиейдж медицини, коли вона как бы, проводила лекцію на тему того, що чоловік живе 120 років. Да? І класно, якщо чоловік це розуміє, що тільки він впливає в основному. То есть, чтобы даже до 120 лет, человек – это его питание, его стрессы, не стрессы, которым подвергается. Вот это все можно как-то взять более-менее под контроль, наладить как бы и жить счастливо, долго. И вот когда появляется идея жить долго, то в принципе не надо выгорать и сразу же за год строить этот ресторан. Ну, можно растянуть на 5 лет, но при этом не терять ни семью, ни друзей, ни в стрессе без отдыха находиться. А как-то планомерно идти к своим целям, как бы руководствуясь тем временем, которое, в принципе, есть. Mm-hmm. Вот. Когда человек так выбирает, тогда, возможно, не нужно ни от чего отказываться.
Угу. Але все одно ж, знаєте, як то кажуть, там кар'єра, чи там що у вас, якийсь є вік, так, там 50 років, до 50 років треба побудувати, бо далі то вже пізно. От кажуть, все, чи ви не згодні з таким? Юля, сьогодні вам просто как бы, ну все, ні, по-другому можна. Це добре, ми маємо дві або декілька точек зору, звичайно, да, так і треба. Клас. На самом деле, если честно, не знаю, говорил вам или нет, но я человек, который сменил 27 работ к 27 годам. Я работала с 15 лет первый раз, на лето пошла там помогать, 2 недельки поработала, и дальше начала зарабатывать какие-то денежки с 16 лет, тоже летом работала, по летам, а потом начала же работать, когда в институте училась. 14 профессиональных направлений. У меня 2 высших образования и 2 специальных. Так вот, мне сейчас только 29. Це, я не знаю, а як ви все це так в голові своїй вкладаєте? Я ребенок, який дуже швидко обучався, тобто я вже в 9 місяців вже немножко так ходила хорошо і навіть в роки 3 розмовляла. Тобто я швидко обучаємо ребенок. Але я замечаю, що зараз дуже багато людей, і дітей, і взрослих людей, які швидко обучаємо. І на сьогодні, як би, кожен чоловік вже, понятне діло, змінить 3 професії. Тобто, вот это нормально, чтобы 3 профессии изменить за жизнь. Об этом пишет Курпатов, доктор Курпатов, об этом пишут ну, как бы разные другие книги, там, в том числе по IT, как ни странно. Вот. Поэтому я считаю, что человек даже в 50 может начать менять свою жизнь, менять свою карьеру, все менять. Потому что раньше нам говорили, что пластичность мозга сохраняется там, вот 22-25 и все, до свидания, вот у вас все построилось, и мозг уже не пластичен, и только устаревает. Это неправда. Сейчас новые исследования показывают, что подвижность мозга можно сохранять, улучшать, и даже 80 лет можно его развивать. Угу. Вот, поэтому я за то, что можно обучиться любой профессии, изменить свою жизнь, куда хочется. Да, там, если вот не нравится быть доктором или кондитером, ну, станьте повозчиком лошадей. Ну, не знаю. Указано, смотрите, чуды. А як вот так вам спало на думку змінити таку кількість ваших робіт? Ви працювали на когось, чи це щось було власне? І власне було, і на когось. Я пробувала все, я не поседа, да, как говорят. Ну, я искала то, что мне будет подходить. У меня были некоторые критерии не озвучены, не выписаны, но просто в голове. Я знала, что работа должна приносить удовольствие. Я знала, что работа должна приносить развитие, должна приносить доход. Ну, вы нашли це, чи ні? Конечно, я работаю в этой профессии, счастлива. Уже тепер зупинились? Конечно, да, конечно. 2 года, неизменно. У меня очень много клиентов, отзывов. Все счастливы, я счастлива. Боже, как прекрасно, когда человек находит свое место в мире. Вот это прекрасно. Ну, для цього треба було 27 робіт змінити, щоб знайти те саме своє і потім бути щасливою людиною, так? Чи вистачає часу на все? Ой, мне сейчас, вот недавно писала тоже, я веду свою страничку в Инстаграм, писала, что не хватает времени на отдых. Иногда. Я отдыхаю, мы вот только прилетели с Бали, 5 месяцев там жили, я работаю удаленно. Вот. Но все же, как бы, кажется, что ну, даже на Бали я уставала. То есть не хватает времени на отдых, потому что, когда я увлекаюсь сильно своей работой, я как-то забываю покушать, забываю что-то сделать, прям вот мне нравится. Я не сильно устаю, но как-то так хочется ну, на пляж сходить с друзьями. Вот сейчас периодически себя так останавливаю и иду. Да. То есть, в принципе, я вот научилась отслеживать, что я могу увлечься сильно работой. Я очень ее люблю, поэтому как бы... Но чтобы просто чувствовать вкус жизни еще какой-то, кроме рабочего процесса, сейчас это останавливаю себя и периодически так, пошли с друзьями, пошли туда. То есть контролирую. Так, справді, якщо людина знає, що їй потрібно і розуміє себе, то це дуже просто і легко зробити. Ну, хоча б пересилити, так, і хоча б спробувати. А далі вже буде видно. Але ж наша самооцінка дуже часто впливає на нас, і ми не можемо змінити одну роботу, ми не можемо змінити взагалі свої погляди на життя, як це так, поїхати в іншу країну, наприклад, там працювати, як це можна там зрадити своїм ну, якимось інтересам, коли ви вже працюєте, і тут все перекреслити і піти займатися чимось іншим. А що, як там не вийде? Ось, що заважає нам бути успішними людьми. Мабуть, так. Так? А як ви думаєте, над чим потрібно працювати в першу чергу, аби були можливості, аби ваша голова, як то кажуть, звільнилася? Да. І це, кстати, дуже касається успіху. На самом деле, страх ошибки останавливает людей їх делать.
И часто это формируется, когда в детстве, ну, в основном это с 1,5 года до 3, когда ребенок начинает исследовать мир, там, что-то понюхать, облизать, куда-то залезть, вот эти всякие детские истории про действия. А родители пугаются и останавливают. И как бы важно следить за безопасностью ребенка. И в то же время, когда родители позволяют ребенку исследовать этот мир, тогда он вырастает и может больше позволять себе исследовать этот мир. То есть больше позволять себе менять работы, больше позволять себе пробовать что-то новое без какой-то опаски. Но если так не сложилось, ничего страшного. Если даже вас в детстве останавливали родители, да, там они, может, тревожились за вас, тогда можно это делать самостоятельно. Классно общаться с психологом на эту тему, да, который будет показывать, что есть другие варианты, который будет показывать новые модели. Классно общаться с людьми, друзьями, окружать себя теми людьми, которых получается. Просто слушать их истории. Как это у тебя было? Как это? А вот это как ты это сделал? Да, ты так думал тогда? То есть вот эти все вещи помогают развивать в мозге какую-то новую картинку. И тогда человек, когда накапливает эти вот возможности для себя идти во что-то новое, возможно, он готов будет сделать первый шаг. Поэтому очень важно окружение, психологи, ну и все, что может, да, способствовать. Чому тоді так небагато успішних людей і щасливих, тим більше у нас зараз от є люди, які йдуть по вулиці, і ти розумієш, що вони, ну, просто у них один шлях – прийти, відпрацювати і піти знову займатися тим, чим тобі не подобається. Тобто це взагалі страшно. І уявити собі, що таке життя буде увесь час і не буде ніяких змін, то це, мабуть, найгірше, що можна побажати будь-якій людині. Про найкращих людей, мені стало, тут є історія смішна. У мене у мужа, він іноді мене може зняти в Інстаграмі, і коли я у себе в Інстаграмі, я така вся радісна, а у нього я завжди така. То есть, как бы, тоже неулыбчивая. Поэтому иногда люди улыбаются, потому что, ну, как бы, не хотят. Но в то же время я с вами согласна, Юля, по поводу того, что работа с 10 до 6 – это важная работа, чтобы ее кто-то выполнял. Но если человек чувствует в себе, вот это тот человек, который чувствует в себе больше потенциала, больше ресурсов, больше как-то желания что-то создавать, вот такое, знаете, оно внутри рождается в человеке. Вот где-то, или знает, что, ну, я же создан для чего-то покруче, чем это. Такое вот, когда уже рождается такое вот зернышко в человеке, хоть маленькое очень, его нужно хватать и говорить, да-да, я тебя слушаю, и растить. Да, поэтому я поддерживаю то, что как бы, если есть возможность у человека почувствовать в себе вот это вот зерно желания, менять свою жизнь, за него держаться, находить людей, кто так уже сделал, и прям их расспрашивать, приклеиваться, как банный лист, и говорить, пожалуйста, расскажи мне свою историю, расскажи, и напитываться. И тогда, правда, можно менять. У меня многие клиенты, друзья, знакомые изменили свою жизнь, и сейчас зарабатывают хорошие деньги, путешествуют, выходят замуж, женятся. И... А что им допомогло? Настя, ну, то, можливо, в кожного свій шлях, звичайно, тут одного рецепту немає, але все ж якась загальна тенденція, можливо, не боятися, можливо, зробити перший крок, можливо, просто от взяти і піти, ну, не залишатися. Можливо, це допомогло людям розвиватися і знайти той потенціал, який був далеко-далеко захований. Да, всі ці люди, коли я їх спрашиваю, вони всі бачили перед собою якусь ціль, може, навіть не чітку, але не знали, що я... не про здесь, а я вот про ту цель. Вот там, где я вот такой или такая, в таком-то окружении, с такими-то возможностями. И они просто, как вот, знаете, свято верили, что они там будут. И каждую возможность, которая попадала в их поле, то есть они были сконцентрированы на этой цели, и это на самом деле мозгом обусловлено. Если так сконцентрированы на своей цели, то мозг давал им увидеть возможности, которые происходили по сторонам. Кто-то что-то сказал, у кого-то новая вакансия на работе, там новая, получше, покласснее. Кто-то пригласил посидеть с друзьями там, в ресторане, и это была классная компания, познакомились. И там, ну, то есть, когда у человека есть некая цель, это тоже про успех, да, это те люди, которые достигают своих целей, своих. Вот. Тогда мозг начинает это видеть. Если цели нету, если человек себя не понимает, куда он идет, то, конечно, да, наверное, ему ничто не поможет. Поэтому очень важно иметь цель. Иметь цель, пробовать, не бояться делать ошибок, потому что ошибок нету, мы живем до 120 лет, ну, камон, да, невозможно не ошибиться за 120 лет. Ну, как бы это моя... 120, будем сподеваться. Я верю в это. Так, я теж дуже хотіла би так, щоб було, звичайно, щоб люди довше жили і мали, найголовніше, щоб вони не просто доживали ті 120, так, а мали потенціал.
потенціал в собі, здоров'я, сили і будь-яку можливість використовувати для того, щоб це все робити дуже емоційно, щоб все від них йшло, так, щоб це не просто овочем жити, так, а щоб так. жити активно, позитивно, звичайно ж, так. А Настя, от у вас ваша освіта, вона дуже така от широка, можна сказати, так, багато так. чого ви охопили в своєму житті. Окрім психології, ще і сексологія, так, і ще різні практики, аналізи. Економічне образування. І ще економічна освіта угу. також. Як це вам допомагає розібратися в собі і розібратися в тих людях, які приходять до вас з різними проблемами? Ну, прямо напрямую. Да, я бы училась сначала на методе психотерапии, официально признанная модальность во всем мире, транзактный анализ. Вот, и этот метод помог мне изменить мою жизнь. Как бы я пришла туда, когда мне было 24, по-моему, 25, и я тогда смотрела, даже 24, я тогда смотрела на все то, что мне показывали, и думала, боже мой, так это вот так устроен мир, и я? Вау! И вот это вот именно изучение психотерапии позволило мне самой видеть свою жизнь шире. Потом я пошла в личную терапию, и каждому психологу тоже важно, чтобы ходил в личную терапию. Это такое, знаете, такая хорошая этика. И вот именно это помогло мне изменить свою жизнь. То есть, поэтому для моих клиентов именно мои знания, которые я приобрела как психотерапевт, ну, я еще не сертифицировалась в Европе, но как бы на пути. Вот, поэтому практика пока что. Моим клиентам это тоже дает знания. Расширение своих восприятия мира. И когда они вот это вот расширяют, когда я показываю, слушай, так, так можно. А почему ты решила, что там психолог не замужем, не может там быть хорошим психологом? Да вообще легко может, а что нет? Че вообще изи? Да, и когда люди такое слышат, как бы от психолога, который замужем, они такие сидят и думают, что? Что? Что так можно было? И тогда, конечно, у них картинка меняется, они как бы получают такое разрешение человека, который, возможно, для них как важен, и идут развиваться. Йдуть вперед, так? Настя, ну наостанок хочеться почути такі рекомендації, поради для багатьох людей, яким щось в тому житті та заважає. Да. Друзья, я забрала какую камеру сюда. Будь ласка, сюди. Хорошо. Друзья, я не эксперт в успехе, правда. Я человек, который старается прожить свою жизнь в удовольствии. И то же самое рекомендую всем своим друзьям, клиентам. Успех формирует успех. Это когда сказал Уоррен Баффет за застольем с друзьями. Когда его спросили, как ты думаешь, Уоррен, что больше всего влияет на успех? И он сказал успех. И что это значит? Что каждый раз, когда вы в чем-то побеждаете, вы пробежали 100 метров не за 6 секунд, а за 5,95. Да, вы дошли до почты два раза за этот месяц, как бы вместо одного, да, и как бы забрали посылку, которая не лежит, не складируется. Вы сделали уборку, которую планировали, и правда сделали. То есть даже микровещи формируют у вас способность ставить цель и достигать, даже маленькую, не надо сразу большую ставить, маленькую, убрать в квартире, боже, я никак не приду к этой цели. Вот, для кого-то эта цель действительно весомая. Отправить резюме. Это тоже цель. Каждый раз, когда вы достигаете свою маленькую цель, вы формируете у себя новые нейронные связи достижения целей. И потом эти цели могут вырастать, вы можете там, переехать с семьей, в другую страну жить, вы можете сменить работу. Но все начинается с маленьких шагов, поэтому просто ставьте себе маленькие цели, достигайте, хвалите себя за это, празднуйте и получайте от этого удовольствие. И тогда достижение целей, успеха и всего, что вам захочется, точно будет не за горами. Звичайно, це все буде реально в нашому житті. Ну, і я ще думаю, що треба додати, треба записувати, бо так швидко да. це все забувається. Точно, там зробили, наприклад, там щось маленьке, так? Ну, зробили і зробили. А от якщо записати, і коли людина подивиться на той листочок і побачить, ага, скільки вже всього було зроблено, це я зробив. Ну все, я можу тоді, можливо, щось інше. Настенька, дуже дякуємо, що прийшли до нашої студії. Справді, було дуже корисно і хочеться усім побажати досягнення, досягнення усього, чого ви забажаєте в цьому світі. Психологи не дарма говорять, що можливо, можливо для нас усе. Тож не перемикайтесь, далі зустрінемось за декілька хвилин.